Очередная попытка провести заседание Горсовета Басарабяска завершилась неудачей. В зале вновь присутствовали только советники от нашей партии. По словам примара города Валентина Чемпаеш, он сделал все, что требовали от него представители других фракций, но на сессию они так и не явились. Требования советников, если вы видели на БАС-ТВ, было одно. Для того, чтобы мы подали заявку на проведение конкурса секретаря городского совета. Все желания советников коммунистов-социалистов были исполнены. Официально подписано мной как примарем города распоряжение под номером 291 от 14 ноября 2017 года о проведении конкурса на замещение временно вакантной должности секретаря местного совета. И подписано за примар господином Кружко. Кружко считается в этой комиссии председательствующим. Я не знаю, что нужно еще этим советникам говорить, что им нужно объяснять, но созывать и делать шоу я больше не буду. Поведением своих коллег по совету были возмущены и присутствующие на сессии советники. Игнорируют жителей поселка, игнорируют нас как коллег, игнорируют в принципе все, что можно. Значит, данное, я считаю, поведение недопустимым. Нет, ну сколько мы можем уже комментировать их, и я согласен с Юрием Васильевичем, что это поведение недопустимо, и жители города должны обратить на это внимание. И я считаю, что пора уже это прекращать, вот это неуважение и к нам, и к людям. В повестке дня сессии, которая вновь не состоялась, значилось несколько важных для города и его жителей вопросов, в том числе о ситуации в МПЖКХ. Нету никакой вины предприятия муниципального по ЖКХ. В связи с тем, что сейчас такое отношение и такой бардак в городе именно по растительному мусору. Уже заканчивается осень, уже скоро будет первый день зимы. Город не подготовлен к зиме. Имеется долг перед муниципальным предприятием в сумме 260 тысяч. Мы с июля месяца по сегодняшний день работникам муниципального предприятия заплатили ни одной копейки. Я думаю, что сегодня будет сессия, будет приниматься решение в плане того, чтобы хоть этим бедным людям заплатить зарплату. Этим безразличием, что их сейчас нету, они показывают еще один раз, что им безразлична судьба людей и судьба всего этого города. Я думаю, что они должны уже немножко взяться за ум и понимать, что если у них есть какие-то личные неприязнь ко мне, как директору, от этого не должны страдать работники этих предприятий. Завтра у меня суд, именно потому что я не выдаю зарплату. На вопрос журналистов БАС-ТВ о причине очередной неявки на заседание советник от ПСРМ Евгений Кирющенко заявил следующее. Я же сказал, что пускай сделают этот, объявят конкурс. Просто примар на сессии, ну, сессии как бы не было, но он показал документ, что он конкурс объявил. Ну, это документ мне Новиченко отослала, и нам всем. Сейчас скажу во сколько. Отослала где-то около 2 часов за день до сессии. Ну, это только распоряжение. Распоряжение, и самое смешное то, что, получается, он решение горсовета исполнил, получается, спустя 2 года и 2 дня. Кружка объявит в этот скайзон, сейчас уже делают всю работу, мы увидим и идем. Получается, мы так его заставляем работать. Как отметил Евгений Кирющенко, советники-социалисты намерены созвать сессию в течение ближайшей недели.